Это я зашел к Никите. Его нету, его отдал я. Попросил Игорь разрешить на посевную. Пошел. Это все еще нравится. Это вот большая у него здесь прихожая. Это вот лестница на второй этаж. Покажу. Вот мы заходим здесь. Ну, тут все еще в стадии уборки идет. Здесь уже Никита белил. А? Белил уже, белил. Ну, так я вижу, что тут. А та стенка-то еще не белили ее? Не, он плохо, пробелил плохо просто. Ага. Добрый день. Спаси Христос. Ну как, не устал тут? Слава Богу, все хорошо. Вот это, давай-ка покажи, что у тебя получается. Ага. Вот здесь дети будут, вот так, как он взял, запечатать все розетки. Ну да. Розетки все, вот оно, видишь, как под. Это он не делал. Ну я ему наказал, а то он все есть. Ну слава Богу, остальное по размерам как делали? Ну, понятно. Чтобы тут проход был одновременно. И... А вы там где поставите? А вот. Кухонный аппарат-то в угол, он туда где-то? Вон. Вон, к розеточкам, да? Тут надо или холодильник, и его плиту ставить. Ну, все вместе. Или он в тот угол тоже? Тот угол тоже можно поставить. Здесь стол можно поставить. Да. Сестра. Это кухня, она ничем не занимается, только столы. И столы делать так, что друг другу в гости будут ходить. А, ты это, брат, насчет да. столов-то хотел узнать. Так что имейте в виду, если живет 10 человек, столы на 20 готовить. Бывает так, что они начнут друг к другу и приезжать, гости наши. Охота побыть. Но остальное уже дело техники. Где ося-то? А что, нету его там? Нету там его. Не знаю. Кто его знает? Надо будет узнать, где, чтобы занести. Вот это окно надо будет разбирать? Или так оставим? А? Вот это окно так оставим, да? Вот это вот? Да. Ну а что его открывать? Зачем нам? Ну да, я тоже. Ничего нигде не делать. Только отодрать вот эти вот, которые были там. Закрыто, чтобы все было. Я не знаю, на вот решетке. Да, вот так столы сделать, чтобы проход только был. И сделать так, чтобы два стола было. И не широкие, а как в лагере были у нас. Два стола вот так, да? Да, вот так. Ну как, посмотри там, какие у нас доски-то. И скамейки. Здесь и на ту поворачивается. Ну здесь будут это, кухонные. Да, дальше нет, плиту. Вот. Здесь вот они сидят, скамейка вплотную. Вот они сидят. Здесь такой стол идет, скамейка. Там второй стол и скамейка. Угу. И здесь ну, длина примерно вот такая, вот, чтобы только дверь открывалась. Вот. Да. Больше ничего не надо. И столы такие, чтобы на любой момент разобрал их и не было. А здесь будет плита стоять? А? Плита будет стоять здесь? Плита, так вон она во дворе стоит уже плита. Где ее поставят? Мы сейчас говорили, или здесь, или в угол. И где холодильник, вот тут уже легко разобраться. Но я вам недавно резетки поставил. Да. Посередине. Потому что я вижу плиту, они как поставили, смотри. Вот готовую плиту поставили, вот это по уровню, так у них здесь выше уровня, а здесь ниже. Ну ее под плиту только поставить, надо проверить будет потом. Эти плиту новую купили, так что здесь можно будет. 11 ведер сажи вынесли только. И вот это вот. Ну тут тоже посмотрите, как может быть. Мы тут все замерили. Замазать не можно. Игнатий Игнатьевич, а? Я здесь вот так вот закрыл резетку. Пойдет так, нет? Пойдет. Лишь бы никак. Но она не вылезет. А там-то у тебя лучше, а так нельзя сделать там? Ну это надо, значит, это... Ну надо сделать так, чтобы крепче. Один как-то копейкой могут отвернуть. Ну он там вот так у него. Вот так вот. Вот как она есть. И шприты поставили, новые у нас здесь, все как надо. Поднять только, чтобы уровень был. Нигде дыма не было. Я посмотрел, хорошо. Там... Стекла все подбирайте, чтобы не давить под ногами. Пойдем к голубям слазим. Все, я отошел. Могу не прийти больше. А, Игнатий Игнатьевич, мне надо с вами посоветоваться надо. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13 ступеней. Мне посоветоваться надо еще будет. Я сейчас приду. Ну-ка посмотрим, как мои голуби. Я же привез из города голубей, а два отсюда. Вот они как. Ну-ка. Что-то закрыто у них. Питье-то как они могут доставать? А как же так? Как же закрыто-то? А как? Он даже голову в голову не просунет. Ну за ним смотри, он никакой, Никита-то. Ну как он голову пить-то будет? Ну так-то есть. Нет, это не годится. Это абсолютно не годится. Она тем более шевелится, он мог сделать ее покороче. Ну, положи там. Так, подождите, голуби маленькие, подожди.
Вот так должно быть. Угу. Вот так. И все время проверять. А чтобы она не упала, кирпич сюда, оттуда принеси большой кирпич, задави. Угу. Ну и смотреть, он менял или не менял. Что-то она вода такая черная. Хотя бы раз в неделю менять. Вымыть ее. Вот здесь. Ну, тут маленько есть, все, слава богу. Вот хорошо. Они молодые, у них пока они не гнездятся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А где седьмой? Что-то я не вижу. Что я не вижу? Где он седьмой-то? Ну, вон да. Он в гнезде сидит. Вон он вверху. А, вон. Ну все. А эти молодые, молодые. Нынче падешь очень большой у голубей. А то у него тут семечки помаленьку давать по горсточке. Давай. Тут еще ничего не делали? Нет, еще ничего. Сейчас зайдем оттуда, посмотрим на вышки. Ну-ка. Пойдем посмотрим. А что тут? Днем-то можно открыть, когда дождя нет. Угу. Я же говорил, тут открыто держать нужно. О. О. Вот так. Вот так. Ого. Там мы картошку посадили у него. Пять соток. Хорошо. А там еще не стали пахать? Там дальше в низинке-то у нас было. Нет, я что-то подумал, не стал я. Там нас... эти так остались кучи невостребованы. Я говорил, сделать углубление. Нет, до них еще не дошли мы даже. Руки не дошли, да? Да, не дошли еще. Но еще не поздно. Земли насыпать, чтобы можно было поливать. И разное такое посадить, что не скрыю там тыкву или что-то, чтобы видно было, что обихожено. Угу. А плети все можно кверху собирать. Поленница упала. Поленница? Угу. Ну, это... Ничего. Вот видишь, как у нас прочно сделано все здесь. Ну да. Нынче уже ничего не делать. Там туалеты сделаны. Там тоже, вон, покажи два туалета. Угу. По два. А там и на веранде у Никиты. Сейчас снизу веранду посмотрим. Пойдем-ка, пусть открыто будет. Тут ласточки могут залетать. И потом, когда все будет сделано, будет время, чтобы Михаил Михайлович пришел сюда, навели порядок. Угу. Это отдельно здесь все можно сделать. Вот они. Прямо на той стороне сделать, здесь проход, чтобы был. Ну, там что, койка. Ну, для взрослых вполне можно сделать, как следует. Ну да, согласен. Это когда застелят, то кровать можно так повернуть и рядами вот так поставить. Все. Вода черная мне не понравилась. Видимо, как я уехал, он ни разу не менял, а подливал только. Ты за ним наблюдай. Потом кирпичи туда принести и доски задавить. Сейчас мы на улицу выйдем, потом я зайду сюда, подсоветуюсь, что хотел. Ну-ка. Вот, смотри, там стройка идет, кран вот отсюда. Надо договориться, чтобы свалить этот. Тополь-то большой. Может быть, они поддавят его, пока кран не ушел. Ну да. Вот наша веранда это у Никиты. Это здесь может быть вполне пасека. Бульдозер будет, тут может все это заехать откуда-то, оттуда-то и выковырнуть вот эти деревья, которые, ну, ни для чего нету. Он их вырвет с корнем. А потом засыпать все можно. Ну все. Все. Я благодарю там Бога. Смородину посадили. 4 куста у него. Там? Ну да. Я говорил ему мальву там попросить. Что есть. Ага. Так, надо шире сделать и поливать, чтобы лунка была большая. Угу. Лунка. Это что у вас получается? Раз, два, три куста? 4. Там один, она сказала, корень это... Хороший, видишь, говорит, вырастет. В прошлом году сделали отмостку-то, и уже по-другому выглядит все. Это тетя Люба дала. Тетя Люба? Ага. Ну, значит, это... Смотреть за всем надо.
Здесь когда подправить и все, потом, если я приеду, благополучно будет, тогда, ну все, на этом конец. А в подвале-то вода не стоит? Да вроде бы ушла она там. Сказал, выкачивать не надо, вон она ушла. Угу. Потому что это, говорит, грунтовый уровень поднялся, а я думал, от снега. Он говорит, нет. Угу. Так что это хорошо, батюшка вовремя подсказал. А если мы начали выкачивать, а грунтовые воды отовсюду были, они бы дом просто подмыли. Видишь, сколько работает? Я тут, чтобы он смотрел и корчевал, где большие, где, ну что, ну, корни там вот эти. А так как большие будут, тогда косить надо. А косить не надо, надо... Вы его кигарю-то на сколько отпустили? А? Кигарю на сколько отпустили его? Барабашу на сколько отпустили, Никиту? Ну, пока посевная. Посевная, да? Конечно. Угу. Его не возьмешь раньше времени. Игорь, мы Игорю вот так обязаны. Да, я согласен. Я боюсь только, чтобы Никита где руки не сунул. Вот я нашел еще. В траве нашел. Ну это нам как раз, ее можно на себе таскать и пахать. И там этот есть плуг пахать на лошади. Вот эту вот надо проборонить. Это наши теперь? Да. Боронить там, где вы посеяли эту картошку-то. И тогда легче. Так все. Ее здесь тоже нужно. Тут это надо все убирать. Это валяются гвозди тут, молоток может пропасть просто. Угу. Это точно. Это на место. Это на пути. Вот это путь должен быть абсолютно свободный. Вот, проход. Вот вытащили, нашли им место. А я думал, куда деть. Я вот он, пришел. Да, еще хотел ты. Не так? Вы смотрели? Смотрел. Какие замечания? Никаких. Благодарение. Понятно. Ты тут нужен, поэтому за всем надо смотреть. Вот здесь вот и могут спать взрослые, тоже подготовить, как оно сделано. Ничего не ломать. Угу. И печка также. А это когда вымыть, ты даже не узнаешь, как оно будет. Здесь буквы Г, да, будет? Толстые шторки, чтобы были везде, как у нас двойные. А? Здесь будут буквы Г. Да, я думаю, да. Понятно. А может быть достаточно один раз посмотреть надо. А то тут мало прохода будет. Тут проход вот такой будет. Ну здесь, ладно, здесь. Тумбочки оттуда все перевозить надо из лагеря. Угу. Тумбочки, холодильник, морозильную камеру. Это все забери себе, морозильную камеру, это на твою пойдет. У тебя главный там источник. А что я могу сказать? Только благодарение. Сегодня Сергея загрузили на это сиденье, кое-что наложили, а потом я говорю, да почему мне не поехать-то? Ну, скорее, Татьяне позвонил и хорошо доехали. Сергей, ну, сейчас уложи спать. Он уже спит. Зашел? Да, да, все. Ну все, у меня на этом. Спаси Христос. Когда все ты сделаешь, ты будет а? У тебя. Столы-то там это, у меня это, дома. Вот, это хотел. Там, смотрите, вот эти вот. Это глина, заляпать надо. Замазать надо, вернее. Так. А это вверху-то так прошоркали, чтобы они не висели. Ну, где сосульки это из глины-то. Придет время, это все будет сделано. Но сейчас нам не до этого. Время совсем мало. Завтра уже что ты про столы? Преображение завтра. Значит, столы хотел спросить. Это воскресенье. Вечером. А? А, завтра четверг уже. Завтра четверг. Да, да, да. Он так хотел спросить, как более точно там столы сделать. У меня на кухне. А что сделать? Столы. Столы, да вот он. Нет, он хотел у вас спросить. Был, и сделать на два стола, только два стола штук. Я понял, что два стола и проход. Все и понятно. Проход был, больше ничего нет. Сами думайте. Я тут. Ну все понятно. Не помощник вам. Ладно. Ну все на этом. Благодарю. Все, с Богом, Геннадий Ильич. С Богом. Я пойду сейчас дальше узнавать, как там делать. Мостю надо найти, затащить все. Где он? Все, можешь вытащить. Угу.